Рыжий. Ты дурак. Рыжий, у тебя сумасшествие написано в твоих глазах. На твоей морде. Чего ты, мой хороший, ты переживаешь, что я ее обижаю? Но я же ее не обижаю. Я просто ей чешу. Ее тело. Все нормально. Да, чупа-чуп. Да, чупа-чуп. Слушай, я тебя не трогаю, ты меня уже докровил. Ты зачем пытаешься очистки от киви сожрать? А? Дурик. Все будет хорошо. Здравствуйте. Ну быстрее. Опять светофорная зависла. Даже рыжая зашла, а ты тут сидишь на крылечке. В смысле, на подоконнике. Ты можешь зайти, нет? Пенка, ты чё там? Как же долго, а? Быстрее. Муся, хвост. Что, не нравится, да? Ну что за противный котенок, я не понимаю, а? Отнял опять у рыжего его мисочку. Ну вот, лежит та же самая рыба, та же самая размороженная, как ее мойва. С икрой. Ну что происходит, а? Рыжик, опять из себя все поотнимали. Все, я закрепила все на рандоле. Да, Бандерас. Блин, грязно. Ну ладно. Здесь все будет нормально. Все поправила, все убрала, что не надо было. Сейчас буду выпускать их.
Ну, не надо мне в ногу вцепляться, пожалуйста. Спасибо. Кушай, кушай, рыжий. Вот тоже еще один крокодил. Старый, тоже выглядит как кошелка какая-то шерстнявая, но хотя бы линять перестал. Ну что ты? А? А? Что ты тут делаешь? Ты кто, скалолаз? М? Красавец? Это который от Фикс Прайса. Еще один старый. У меня дома одних старых котов. Да? Что такое? Все там нормально? Хорошо? О, полосатый. Ты молодец. Только попа перевешивает, мне кажется, немножко. А типа хорошая девочка. Была такая какашка на лапках. Да. Ты чё? Чего не спускаетесь? Рыжий. Вы же эксперты по питанию. Всегда следите за холодильником. Я знаю, почему вы там сидите, потому что там тепло. Рыжий, ты вообще засыпаешь. Ты гуляла, что ли? Возможно, когда-нибудь он наестся. Мусик. Короче, я не вижу другого выхода, кроме как вот делиться, потому что вот это гречневая лапша, ну, просто гречка и что там, и вода. Вот он ее ест. Другому просто он прыгал на стол, на меня. Не думаю, что это вредно. Ну, пусть он отведет душу свою и поест гречневых макарон. Не узнать красотку. Не узнать красотку. Да, такая красотка, что ли. Я вот так почистили уши, теперь они немножко чешутся. Время же на втором этаже сидеть. Жрать и спать. Ты вон какая уже толстая стала. Толстуха же, толстуха стала. Дядь, скажи, уши обмороженные. Нос-то какой симпатичный, розовый. Чё кусаешься? Чё кусаешься? Хорошая кошка. Все наесться никак не может. Линяет жутко, просто жутчайше. Ну, сейчас перелиняет, и будет все нормально. Да, на хорошем корме будет
Красавчик, по нахождению предыдущих хозяев, к сожалению, пока никаких нету. Продвижений чипа нет. Вот у меня считыватель чипов, я искала во всех местах. Ну, разрядился.